Всем привет, друзья! С вами Донтвори и Фуда. Всем привет! Сегодня мы, как бы, уже, в общем, как все заметили, мы играем в Rust. Это уже четвертая часть, по-моему, как если я не ошибаюсь, наших выживаний в Rust. Нам опять ломали дом! Помните, какой-то чувак в прошлой части стоял и ломал нам дверь. Ну, вот, как бы, вынес дом, да, железная дверь. Зря. Сундуки пустые, но мы как бы пристереглись, мы забрали все вещи с собой и как бы спрятали в другое место. Да, в наш дом спрятали, где мы тут живем. И мы просто-напросто сейчас сделаем бутбанс. Дай скажу, Влад. Да, мы решили сделать такой типа будки, только уже не ломающиеся. Типа дома, которая из вэлла, то есть из стенок. Давайте же будем вот. Подожди, у нас когда-то дом был на сервере где-то там. Вот здесь, нет, давай опять же тут сделаем его. Кстати, вы заметили, люди, как-то тень появилась, прорисовка появилась, да, видите, вот, блин, человек прям, я просто-напросто так, вот так сделал. Меня многие писали IP-сервер указать, ну, блин, я не хочу указывать, бомбанете меня еще, взломаете, дверь поломаете, я не знаю, да. Давайте насобираем хоть на одном ролике 150 лайков, я укажу IP. Ну, смотрят до 2000, может даже выше смотрят. А, лайки так не растут. В общем, давайте 200. Ой, 150, каких 200? 150 лайков, я выкладываю IP-сервер. Все. Так, на два дерева возьми. У меня тут вообще два дерева. Так, я делаю... Мы маленький дом будем делать или большой? Маленький сначала сделаем, потом где-то в серии 10 или где-то 7. Да будем много дерева и сделаем большое. Подожди. Ну да, мы сделаем вот тут платформу. Ауч, подписал с этими текстурками. Это как. Люди, это можно сказать, как будто бы это. Шейдер. Да, вот именно как шейдер. Если я здесь поставлю, я смогу балку поставить. Давай я вот так поставлю. Оп! Да, ты сможешь. Сможешь. Да, смогу. Так, давай. Еще делаем вот планкс. 20 штучек. Блин, они 7 секунд крафтятся. Долго. О, как много. У меня FPS бывает приседает. В секунду. Каждый... Да. Вот 30, у меня сейчас... 40. Два это подтормаживание. Вот, FPS подопускается. Ну ладно, мы не будем замечать. Абсолютно, люди, на видео я пересмотрел видео. Вообще это незаметно. Так что... Я говорю, некоторые могут думать. Да какие подлагивания? Нет подлагивания. Так, давай. Балки, 4 балки. Так, 4. Да, я 3 сделал. Смотри, потом можно будет просто... Вот у нас дверь, допустим, будет где-то... Давай здесь дверь сделаем, да? Давай. Здесь сделаем такой подъемчик. Потом здесь просто еще одну балку сделаем. Здесь проход. Просто-напросто дверь будет как комната запасная. Давай. Потом. Так. Вообще не видно, да, где балка? Да. Все, стенка поставится-то. Только выпираться будет гора. Да ладно. Ничего страшного. Что-то такое. Вот у меня 104 металлофрагментов. Подожди, есть. А где у нас будет проход? Давай точно уточним. Вот здесь стенка, здесь 100%. Давай вот туда, давай вот тут либо проход. Туда, либо здесь. Вот туда, да. Тут запрыгивать еще это. Неинтересно, так тут. А если вот здесь проход, потом как мы здесь комнату будем делать еще одну? Либо вот как-то. Нет, вот туда дверь давай сделаем, смотри, Влад. А, подлагивай. Да. А вот туда закроем, а потом можем продлим туда, и все, а то будет человек какой-то идти, увидит дверь и сразу побежит сюда, подумает. Видите, я сразу убрал, гляньте, эти вот шейдеры, оно сразу намного хуже стало. Вот человек, если... Нет, я все-таки назад сделаю, думаю, эти подлагивания не будут сильно так уж заметны. Давай. Стенки. Оп, стенки. Это тут аж может где лагать. Нас, где у нас дверь будет? Вот, вот тут, а я сказал, вот. Где? Вот тут. Уверен? Да. А как мы здесь потом комнату делать будем? Знаете, люди, тень прям надо это... Сделаем. Ты подожди, объясни как. Потом фундамент продлим, сломаем эту стенку. Как мы так сломаем? 4, да? 2 штуки? Может, не когда не найдем, может. Да ладно, все равно переезжать будем, это тут будем. Ладно, жить что, пока. Давай. Так, давай. Нам для... хватит, может быть, одного комнату, кирпич прям торчит. Ну ладно, давайте сделаем еще бланкс. Давайте посчитаем, сколько нам нужно для... И крышу. 4 и на крышу. 6. На крышу. 6, да? Да. Окей. 4, 6, минус 2, 8. Мне нужно, значит, еще 6 штучек.
8 ты посчитал? 8 нужно было. Нет, если 6, потом 4 это 10. Так, делаем мне, нам череберку и крышу. Где мы железо возьмем? Подожди, нам... У меня 104 металлофрагментов, я сейчас добудем, чё уж тут. Ты из дома взял у нас? Нет, это я вчера... А, было, прошлой, точно. Ух ты! Да, она будет вот так, дверь поставит. Лё, да. Вообще так в горах прям, ни разу так не видел, если честно. Давай, крышу ставь, и все, и пойдем. Лё, прикольно вообще. Вот тут сундук будет под горой стоять. Давай, короче, смотри, у тебя есть топорик или что-то такое? Да-да-да, я спальник сюда уже поставил. Дай мне топорик ещё. А у меня нет топорик. Да? Какую дверь ты поставишь? Смотри, иди сюда. Блин, у меня даже камня нету. У меня 21 камень есть. Нет, обычный камень я имею в виду. Ну, есть. Удмутка, давай не разнесем ее. 100 у нас есть, но... Обычный камень, которым бить. А. Ладно, давай сейчас насобираем туда. А ну, офнись, офнись и зайди, тебе дадут камушек. Просто... Да-да-да, давайте. Так. Так. Чувак. Бак. На камень, Раньше мы выкидывали его, а теперь надо... А теперь нам нужен... Люди после перезахода дают кирпич. Гляньте, вообще прям... Кирпич мне вообще прям... Так, ты где, Влад? Тут, а? Тут, туда, где тебе? Ну я тут будку долблю. Я, кстати, уже заметил, у них там есть будка. Смотрите, люди. Вон, видите? Чё, будку раздолбим? Давай на паузу поставим, сломаем, а потом... Да. Давай. Давай, давай. Я не могу паузу поставить. Мы это просто-напросто перемотаем, люди. Мы перемотаем этот момент, как будет ломаться будка. Всё, поехали. Ты перемотаешь, нет? Нет. Да ладно, люди, все, честное слово, перемотай, все, поехали. Если не забуду. Да мы... Я не забуду, я реально монтировать буду. Это не прошлый раз, я реально буду монтировать, все. Там идет. Где? Никого нет. Все, люди, короче, там перемотка прошла. Перемотка идет уже. Тебя бьют! Все, люди, ну реально, мы поехали. Всё. Двери почти. Все, давай вот туда начнем. О, давай. Тихо, дай я загляну. Блин, две бумаги. Дерево. А ну дай я посмотрю, дай посмотрю. Я оставлю, я ничего брать не буду. Дерево, фундамент, порох, патроны. Еда быстрее есть. Смотри быстрее. Нет, опять дерево. Так, давай, начинай, или мы уже начали. Самолет. Ой-ой-ой, дерево ты. Самолет. А дерево куча. Далеко скинули, даже не понимаю, что мы не придумали. Все, да? Я все забираю. Ну давай. Давай. Ну вот мы сломали дверь. Я сундук сейчас сломаю, серьезно. Вот. Бумага, подожди, не ломай. Камень, нам пока камни все надо, нам пока жир надо. Все, давай домой. Долго мы ломали, минуты 4-5 минут ломали, да? Давай, я сейчас сундуки большие скрафчу. У меня ж, я же нашел. Да, Санек, здорово. Мы свои. Ты чё? За мной килотащи гонит, помогите. Так. Домой. Скажи, он там сзади он. Скажи, беги в другое место, пускай. Скажи, пускай уходит отсюда. Беги в дом,
беги в дом беги. Это наш чувак из сервера. Так, я даже боюсь. Да ладно, ничего он нам не сделает, мы бы как бы развиваемся, но просто нужно будет быстренько печку. Печка там сложно делается, чтобы ее в дом перетащить? Как она делается? Надо... Вот он, киллач! Ты кто там? Сейчас я сделаю... Я в угол тоже, так в угол хотят, как туда сядь, ну, так висять, типа, ты какаешь. Сейчас я... Сейчас я сундук сделаю. Давай мне дерево есть, у тебя железо есть, уйди оттуда, уйди оттуда. Смотри. Смотри. Давай переплавлять, нет. Да печка надо, нам. Ну. Вон печка там стоит. Там может любой забрать. Ладно, погнал я. Ты дерево все забрал, да? Да. Так, сюда железо чуть-чуть, сюда железо чуть-чуть. На, вот у меня еще два железа. Засунь уже сюда железо. Давай. Так, я сейчас положу. Так, вот две подпалины, да? Так, а ну иди сюда, киварщик, мы сейчас топорами завалим, прикинь, реально завалить его. Топорами, так в первой части кибару. Ой, в четвертой части. Блин, люди, мы просто ждем, как это плавится, потому что темнеет. Нам нужно успеть сделать дерево. Дерево мы скоро уже пойдем на завод где-то. Следующем, может, по следующей части мы уже будем на заводе. Но я пока себе сделаю лук. Чё я как, не знаю кто, без лука. Уже сколько бегаю без лука. Так, и да. Бомжик! Так, спальник я поставил, так, стол не нужен мне. Где мой лук? Боу. Вот у него даже картинки нет, я не знаю почему. Да, а это не прорисовано. Я, короче, им сейчас напишу, они быстренько добавят картинку. Мы же написали, чтобы кровать добавить. И вот, видите, они нас слушают. Хотя я на пиратке еще играл, когда кровать добавил. Так, лук у меня сам. Эй, no arrows, no стрелы. Там стрелы. Так, все, я крафчу стрелу. И 7 стрел, а 7 на 4 это много. 14-28 стрел. Опа, ну сюда. Иди домой, посмотри, как я сделал сундуки. Сейчас. Ну давай делаю это, как я люблю. Вообще, тихо. У нас тут-то по крыше лазит. Слышишь? Кто это? Кто не это? Не знаю. Выходи. Это ты. Нет. Выходи. Кто-то по крыше стреляет. Это ты. А, лагает. Бля, лагает. Вон я сундуки сделал. Сейчас я скоро уже железную дверь поставлю. Железо, так, стрелы у меня. Во, у нас 160 железа еще, надо еще 30. 160, еще 30. Там сделается 30. Вот, железо, надо верстак, чтоб скрафтить. Вот верстак. У нас нет там... Все, я скрафчу. Ну, а, блин, надо 8 камня. А где? Пошли пока нарубим, пока не сильно темно. Дай камень. Нету камня, ноль. Давай я тебе резы скину, давай я тебе резы скину. Давай, я тут... Так, у меня даже пули. У тебя патроны с шутганом. Да. Точно. Ой, все, у меня, по-моему, лут заби... Там идут, беги! Кто это? Влад. А, Санёк, блин, не пугай нас. Че ты бегаешь? Санёк. Саня. Да чё он? Чё? Фу, чёрный? Чё, там негер бежит? Да, он за мной такой с дробовиком бежал. Слышали вы? Нет. Скажи, не беги, слушай, пускай... Слушай, не пробегай, пожалуйста, а я что-то поначалу ещё тупанул. Я, главное, с пистолетом, а он с дробовиком. Пожалуйста, не беги, здесь мы записываем. А, окей. Я попросил. Все, давай, все, я побежал за низ, на низ. Фу, я уже перепугался. Я тоже. Да так еще бегут. Давай, железо забери здесь. Давай. 14. Главное, бежит именно сюда, как будто специально ведет. Да. Вон я вижу камушки, так. И ноги не поломаю. По-моему, не хватит нам железа, Влад. Я ноги поломал. Как я с такого маленького расстояния поломал ноги? Вот так. Люди, уже темнеет. Да. Темнеет! Давай камень на расстояние рубить. Не рубится. Не рубится, а ломается. Сейчас я этот отрублю кусок. Сейчас я сломаю. Быстро. Знаешь, как уже, наверное, стемнеет, уже закончено. Потому что уже долговато. И так, хотя мы дом постанавливали, все это делали, ничего полезного сегодня не сделали. Скучно будет, наверное. Может, в следующей части. Сейчас пойдем на завод, по-любому, это точно. Может, рисов подобываем.
Да это скучно, все. В следующей части ждите, по-любому будет на завод пойдем, я вам гарантирую. Не надо гарантировать, посмотрим, я не вижу. Блин, два железа не хватает, прикинь. Серьезно? И вообще печки нету? Да, нет. Я сейчас рублю немножко дерева. У нас дерево есть, кстати, мы топорчик сделали, когда мы собирали, ой, рубили дверь. Все-таки не зря мы порубили дверь, 5 минут потрудились, тупо рубили дверь, и зато нам сколько выпало там железа, там, что-то еще. Да-да-да. Железо, как оно? Так, давай, Влад, дерево. Быстрее, уже темнеет. Хотя бы 2 железа нарубим. Да я тут камушки срублю, нам столько железа надо, ну, ты пока... Кто там лутает медведя? Где? Внизу? Да. Не знаю. А, я напоняла, лес... пошел, где скала. Вот скала. Ну, и там он тоже бегает. Это я бегал. Нет. Я камни лутаю. Блин, еще один камень. Вон, я тебя вижу, вон, я тебя вижу. Ты же знаешь меня, пока аккуратно, не там чувак был. Я в другую сторону. Железо, я не приду домой. Слышал вот стрелу, что? Слушай. Ну, не стреляй, не стреляй. Не трать. Запас. Вот тут какой-то пацан вчера бегал, как я предлагал есть. Я ж тема и какахи. Помнишь его, да? Да-да-да, давай быстрее, иди уже. Так, нет или нет? 16-19 железа. Да, дерево у меня. Быстрее. Так мало. Ну, 61 что было. Опа. Блин, у меня домофон звонит. Это брат. Давай сделаем дверь, ляжем в дом и на этом уже закончим. Нам по-любому дверь не вынесут уже здесь. И да? Саму будку уже не сломает. В общем, такие люди уже на этом мы сейчас не себе переплавим. На этом не нужно. Либо просто закончим. Давай, наверное, просто закончим. Переплавим, поставим дверь. Либо подождем, переплавим, поставим дверь. В общем, таки я бегу, меня брат ушел. Главное, чтобы он... Не еда закрыть. Главное, чтобы он сейчас не заорал. Не разорал. А ты скажешь, Влад, иди кушать. Он скажет, Славка. Сейчас будет орать. Так, сейчас, типа, я захожу. Может, я сегодня в школе не был. Я же как бы так немножечко приболел. Там... А где? Где наш дом? Блин, я умираю, мне надо еда чуть-чуть. Быстрей, у меня 20 еды жареной. Быстрей. Кто это прибежал? Я. Давай это переплавим, потом заберем. Давай, давай. Да сейчас подождем, давай. Тихо, давай, подождем. Дай мне еду, кусок. На. На тебе 10, и мне 10. Давай, иди спальник там поставь в доме. Так, там кожа есть. Выложи там всю еду. Мы ставим. Спальник, это... подожди, я ж поставил спальник, я не поставил. Там слажу все сундуки я уже. Давай я тут спальник прям поставлю. Да ты бегаешь. Что, люди, как нас будут убирать, будут возрождаться здесь. У тебя 8 камней есть? Да, 33. Давай так, мне, я скрафчу воркбенч. Давай. Так, что сейчас, воркбенч. Ты забрал железо? И в доме ставь 50, воркбенч. Надо 50 дуба. На. Давай. 61, у меня все есть. Я как раз так. Не зря нарубил дерево. Не чисто пошел за камнями, а нарубил. Так, ну все, на железную дверь хватает, сейчас верстак ставлю. Видите, вот сейчас как бы такое время, как бы солнце еще не полностью зашло. Ну как бы здесь красное. Вот это вот с шейдерами, ну вообще реалистично, прям мир реалистичный, прям. Так, Влад, давай показывай, смотри, я сейчас ставлю. Вот тут и лоханул. Да-да-да, у меня тоже. Так, все, и крафчу металдор. Все, крафтим. Печку делаем. Смотри. Все, ну давай на этом закончим. Пароль сами потом придумаем. Да, я, кстати, забыл прошлый пароль, который мы в двери придумали. Я тоже. В общем, так... такие люди, на этом все. Если вам понравилась эта часть, то не забываем, ставим лайки. Кто не подписан на мой канал, то обязательно подписывайтесь на канал, пишем комментарии. А с вами был Дамбори. И Фуда. Всем удачи, всем пока. Покеда, друганы. Лайка я. Все.